Солист театра оперы и балета Владимир Боровиков с грустью вспоминает разгар пандемии, когда выступать приходилось перед пустым зрительным залом. Тогда театральная труппа делала трансляции спектаклей. Но, по мнению Владимира, спектакль – это обмен энергией артистов и зрителей. Актеры не получают удовлетворения от своей работы, выступая перед воображаемой публикой. Вот эти концерты, записанные для видео, ну, это, конечно, хорошо. Это была возможность поработать, лишний раз попеть. Но как-то действительно было пусто. Только камера, видеооператор. Ну и все, собственно. Зрителя не хватало. И хорошо, что это закончилось. Хорошо, что снова есть спектакли. Снова мы можем работать. В необходимости вакцинации Владимир не сомневался. Он задействован во многих постановках театра, таких как «Евгений Онегин» и «Любовный напиток». Это подразумевает общение с большим количеством людей. Заразиться несложно. Говорит, от коронавируса умерли его знакомые, да и сам он переболел ковидом. Поэтому, как только появилась возможность, сразу сделал прививку. После первой процедуры чувствовал себя хорошо. Теперь получил второй компонент вакцины. Ну, естественно, страшнее всего было за родителей, за мою жену, ну и за себя, естественно. Как бы, да, за всех кругом как бы страшно. Никто, наверное, не хочет, чтобы люди умирали, кто-то. Даже не твои близкие, любые люди. В театре работает очень много людей. Мы все время рядом, все время как-то взаимодействуем друг с другом. И не всегда есть возможность одеть ту же маску, потому что на сцене в маске не выйдешь. В ней будет трудно петь. В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса. Привиты более 200 тысяч человек. Из них второй компонент препарата получили более 140 тысяч. Прививка бесплатная. Записаться на нее можно по телефону горячей линии 122 или на сайте госуслуг в разделе «Лист ожидания». Виктория Шарая, «События».